Диктаторский режим, культ личности, ущемление прав и свобод граждан – таковы реалии современного Казахстана. Туго закрученные гайки тоталитаризма еще не означает, что так будет вечно. История показывает, что любому единовластию рано или поздно приходит конец. Вы знаете, как весело Янукович бежал, так что я вам желаю того же, чтобы Назарбаев, товарищ Назарбаев, должен так же весело бежать в Россию. Пускай это будет не Ростовская область, а куда-нибудь, я не знаю, в Пермь или еще где-нибудь, но он должен убежать, потому что все, что нужно людям, это свобода. Свобода изъявлять свои мысли, свобода действия и, ну, свобода – это свобода. Свобода мирных собраний, свобода выбора и свобода слова – эти и многие понятия в Казахстане сегодня подменены. Нурсултан Назарбаев любит повторять, что у Казахстана свой путь демократического развития. Но это наглая ложь. Демократия или есть, или ее нет. Она не бывает, как рыба первой или второй свежести. Если есть душок, значит, налицо самодержавие. Мой личный комментарий: Назарбаев такой же диктатор, как Путин. Я надеюсь, что в Казахстане когда-нибудь произойдет то же самое, что в Украине. Там будет свой Майдан, и там будет демократия. Народ силен тогда, когда понимает, что власть исходит от него, когда у каждого есть законное право избирать и быть избранным. Казахстанцы, как и украинцы, рано или поздно поймут, что их 24 года водят за нос и последуют примеру Майдана. В Казахстане, по-моему, четвертая или пятая популяция украинцев за границей. То есть Россия, Америка, Канада. Я думаю, что после этих трех государств есть Казахстан. Так что мы поддерживаем народ Казахстана и надеемся, что пример Украины, желание украинских людей построить демократическое общество тоже найдет отзыв в казахстанском народе. И люди тоже посмотрят на это и захочут подниматься за демократическое общество в Казахстане. Правда, к тому времени Назарбаеву может повезти меньше, чем его ученику Виктору Януковичу. Режиму Владимира Путина конец может наступить гораздо раньше, и тогда даже в Перми Нурсултана Назарбаева никто ждать не будет.